Ну все, время пришло. Мы едем в Гаттерленд, земля аллигаторов. Вау, ты знаешь, куда мы едем? В Гаттерленд, земля аллигаторов. Там будет крокодил? Нет, там будут только аллигаторы. Я посижу в машине. Поехали. Let's go. Короче, с 10 утра каждый день с интервалом час есть концерты. Ты мне карту показываешь? Спасибо. И вот такая вот карта. Изучить локацию. Короче, первое, что мы зашли, посмотри, сколько их вообще. Смотри, какой он милый. Ой-ой-ой, смотри, малыш уплывает. А ну, пощекочи ему нёба. Нёба пощекочи. Вообще, правда крутяк, ребят? Ощущение amazing. Смотри, детская площадка. Touch me, I bite hard. Написано, слышишь, не трогай меня, я клоем сельсу. Я кусаюсь сильно. Вау! Ну посмотри, какая красота! Я передать не могу, насколько это круто! Ого, что это? Ты кто? Прикольный такой. Кокабура.
Их двое. Где? Кому шишки, а кому закладка? Но в джунглях только крокодилы ищут тебя. Так что будь бдителен, когда бродишь среди вот этих субтропиков. Только и слышно жертвы крокодильчиков. Слышишь, кричат. Всех слышно, всех найдут. И тебя найдут. Огромнейший крокодил. Вот его, ему сегодня кидает скоро. Его мне? Нет. Да? Согласен? Если согласен, ставь лайк. И не жадничай. И разошли видос всем друзьям. Козочек. О, смотри, страус. Только трогать тебя. Ай. Ага, убирает, убирает. Конкуренты. О-о-о. Сами ушли. Наверное, это самый главный у них. А посмотрите, какие у них глаза. Голубенькие-голубенькие. Просит, просит. На канал Sunway. You are welcome. Просим. Заходи, не стесняйся. Только тебя здесь нужно дождаться. Только тебя мы встречаем сегодня. Приходи, подписывайся, колокольчик, комментарий. Вроде безопасно, там был знак какой-то внимания. А почему мы такие невнимательные и бесстрашные? Да потому что на английском языке написано. Писали бы на русском, да? Или украинский? Сейчас very popular language, Ukrainian language. Please. Дорога просто не кончается. Иду, ну я не знаю, минут 30, 40, 20. Смотри, здесь вроде были. Этот домик я уже помню. Возможно, это Бермудский лес. Я застрял. Я здесь был. Или мне кажется. Солнечный путь. Sunway. In your brain. In your heart. Что это значит? Это значит, что в любой погоде, при любом освещении, ты найдешь свою дорогу. Свой солнечный путь. Солнечный шлях. Так, по бортовому журналу сегодня пошел третий день моих скитаний по этому лесу. Бля, я опять прохожу мимо этого же самого домика. Меня как будто бы заглючило. Знака нету. Значит, домик другой. Все. Отсутствие знака, отсутствие таблички радует. Значит, мы не ходим по кругу. Что-то новое. Жесть. Вот это кипарис. Вот уже exit. Фу. Я реально чутка заблудился. Заблудился, чутка устал. Ну, устал почему? Потому что здесь душно, понял? Смотри, везде болото, везде вода, температура. Но мы из машины выходили, было 95 фаренгейтов. То есть это где-то
да, предположим, 30-32 градуса Цельсия, высокая влажность, температура, душно, парит. Не устал физически, а устал от этой температуры. Но, говорят, к Флориде можно привыкнуть. Гаттерленд, Орландо, Флорида. Аллигатор, capital of the world. Сайт, на который тебе нужно зайти, чтобы приобрести билеты и уточнить адрес. Это www.gutterland.com. Солнечный путь освещают наши солнечные лучики. Sunway. Эта голова стоит $20. Маленькая. Лапки по $10. Голова побольше стоит $64. Смотри, какой-то аллигатор за $250. Саламандра за 150. Цена 45, 47, 48 долларов. Маленький. Вот и все. Наша экскурсия подошла к концу. Мы завершили свое путешествие. Теперь отправляемся в нормальный человеческий магазин покупать продукты, мясо для следующих роликов, для следующего дня, следующего сюжета. Sunway in your heart. А еще вот там вот солнечные лучики.